Всем привет! Вы на канале Танина Кухня. Сегодня я приготовлю свой любимый новогодний салат. Его очень любят в моей семье, и я его готовлю каждый год. Салат очень простой, готовится из трех ингредиентов. Здесь у меня кальмары. Кальмары мы предварительно очищаем, отвариваем примерно 2 минуты. Дольше варить их нельзя, иначе они станут очень жесткие. Отварные яйца очищенные, свежий огурец, помытый, очищенный. Нарезаю кальмары кубиками. Нарезаю яйца также кубиками. Огурцы также нарезаю кубиками. Добавляю немного соли по вкусу. Если вы любите острое, можно приправить салат черным перцем. Заправляю я свой салат майонезом. Можно также взять майонез и греческий йогурт и смешать их пропорции 1:1, чтобы салат был менее калорийный. Мой салат из кальмаров готов. Можно переложить его в красивый салатник и украсить, и подать на стол. Можно подать порционно в тарталетках, как я это сейчас и сделаю. У меня готовые тарталетки из песочного теста. Вот такой замечательный, очень легкий и очень вкусный салат был сегодня на моей кухне. Друзья, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые выпуски. Всем пока!